Шалом, дорогие друзья! Сегодня 24 число месяца Ияр. Сегодня Алтер Ребе объясняет, что есть несколько ступеней в раскрытии души человека. Ведь в душе есть много слоев. Есть Эцем а-Нефеш, сущность души, что высшее облачение души в теле, в разных силах и так далее. Она состоит отдельно, как человек, который стоит среди людей и молчит. Еще один уровень – это когда есть раскрытие в отражении души, которое отвечает за то, чтобы тело было живо, но еще, как говорится, не заходит в детали. Третий уровень – это отражение души, которое светит в мозгу и начинает давать каждой силе по ее значению. Помимо этого, в мозгу есть как таковая флешка, которая содержит в себе все силы, и там основное место пребывания души в состоянии раскрытия. И оттуда эти силы распространяются ко всем органам тела, подобно свету, распространяющемуся и светящему в самые укромные уголки. И даже сердце получает от мозга. И поэтому мозг властвует над ним, как уже говорилось в 12 главе Тании. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.